Николай Петрович Розенко. Герой Советского Союза. Николай Петрович родился в 1923 году в Симферополе. На фронт Великой Отечественной войны попал в октябре 1942 года. Был командиром пулеметного расчета 4-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской казнознаменной стрелковой дивизии. В наступательных боях с 27 августа по 26 сентября 1943 -го года его полк квартировал десну. Розенко вызвался вести передовую группу. С вражеского берега то и дело поднимались в небо осветительные ракеты. Но десантники, подталкивая впереди себя наспех сооруженной средства переправы, плыли через реку. Выбравшись из воды, они установили пулемет и дали заранее условленный сигнал к переправе остальным. Гитлеровцы обрушили на советских бойцов шквальный огонь, и тогда загремел пулемет Розенко. Противник перенес часть огня на его расчет, но уничтожить не смог. Рота, поддерживаемая огнем Розенко, успешно форсировала реку. Враг был вынужден отступить. Затем 26 сентября полк вел бой за населенный пункт Асташев в Киевской области. Гитлеровцы часто переходили в контратаки. Розенко с расчетом без устали отбивались. Но вот на несколько секунд его пулемет замолчал. Розенко погиб, а на его место за орудием стал другой боец. Все контратаки фашистов были отбиты пол продолжал гнать врага дальше. За мужество, отвагу и героизм гвардии младшему сержанту Розенко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.